Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Magazine Holy Play. Сегодня будет такое интересное видео, но сегодня будет такая тематика, знаете, там, купил, продал и так далее. Я не знаю, нравится ли вам такая тема, потому что, ну, я стараюсь такое снимать крайне редко, типа, купил, продал там и так далее. Потому что я считаю, что это не очень такой хороший контент, типа, купил, продал, но я заметил, что такие видосы вам очень даже заходят. Но сегодня будет как бы необычная серия, поэтому советую вам ее посмотреть от начала до конца. Но перед тем, как мы начнем, хотел бы вам напомнить, что в моей группе ВКонтакте проходит конкурс на 10 миллионов. 10 миллионов, 10 призовых мест по 1 миллиону. Итоги будут уже буквально через неделю. Поэтому, пацаны, всем советую поучаствовать. Ссылочка на конкурс будет в описании. Также, пацаны, не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч. На 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод может вводить на любом сервере Magazine Holy Play. Ну что ж, пацаны, в чем вообще суть сегодняшнего видео? Как вы знаете, у меня как бы есть гелик, получается, YouTube. Но у меня есть еще и другой гелик на фулблатах. Мне два гелика не нужно. И поэтому я решил вот этот гелик продать, но забрать с него номера. Номера на нем стоят именные YouTube. Сейчас мы через донат их снимем, я уже закинул 100 рублей, в принципе. Да, этот гелик очень красивый, типа, эти номера очень идут просто гелику, прям, ну, реально очень на нем смотрятся, типа. И я его сделал прямо специально под эти номера, этот гелик. Вот этот винил поставил, вот эти диски поставил я. И смотрится он реально очень круто, но я хочу их переставить на другую машину. Мне нужен всего лишь один гелик, и вместо гелика этого я хочу купить либо Maybach, либо М3Е46, который у меня, кстати, никогда не было. Но я больше склоняюсь, конечно, к М3Е46, потому что как бы мне она более интересна, чем Maybach. У меня был два раза и Rolls-Royce, или даже три раза Rolls-Royce был. У меня был Maybach два раза. Ну, как бы машины у меня эти были. Что Rolls-Royce, Maybach у меня был много раз. Rolls-Royce я точно не вижу смысла покупать, потому что, блядь, это будет просто пустая трата денег. Короче, пацаны, в итоге у меня произошел краш, и половина видео не записалась. Но номера я уже снял, они теперь у меня лежат в инвентаре, в принципе, вот. Номерные знаки YouTube. Я их снял, теперь можно продавать гелик. Так, пацаны, продаем, получается, гелик 255 ID, 3 миллиона рублей. Да, 3 миллиона рублей, комиссия 50 тысяч. Все, продаем, в принципе, пусть он его забирает, как бы. Мне он не нужен, потому что мы будем покупать другую машину. Так, теперь нам нужно, короче, снять деньги. Давайте посмотрим, сколько у нас баланс. Баланс у нас 28 миллионов, но я могу из этих 28 миллионов взять только 18, потому что 10 миллионов, пацаны, это вам на конкурс. Поэтому снять 18 миллионов, пишем. А вот 10 миллионов у нас остается, в принципе, на конкурс. Все, пацаны, я наконец-то нашел BMW M3 в полном тюнинге, пацаны, за 12 миллионов. И еще на полублатах, ну, полублаты эти просто улетят в гос, потому что я поставлю эту машину номера YouTube. Она просто в полном тюнинге за 12 миллионов, пацаны. Мне кажется, это очень охуенно, потому что она сама стоит 10 миллионов, она в полном тюнинге, тут тюнинг только на 5 миллионов где-то. Это минимум. 3 единицы, в принципе, М3, все, покупаем за 12 миллионов. Я даже не посмотрел, сколько он мне ее кинул. Все, пацаны, я, короче, перезашел. Вот это BMW. Блин, просто full тюнинг, пацаны. Прям full тюнинг. Я думал, она мне обойдется там, ну, лямов 15, это минимум, в полном тюнинге. А здесь она мне обошлась 12 миллионов в полном тюнинге, еще на полублатах. Но сейчас мы прям на нее поставим нормальные номерки такие. Вот именно вот эти. Так, поставить на транспорт. Все, пацаны. Номера YouTube я поставил. Теперь давайте ее перереспавним. Теперь у нас вот такая вот малышка будет. Номера YouTube, пацаны. Это очень круто. Блин, просто ФТ, пацаны, ФТ. Чтобы вы понимали, у меня этой BMW никогда не было. Вообще, просто никогда. Как бы я видел эту бэху, в принципе, я хотел ее когда-то себе, но у меня во владении ее никогда не было. И я первый раз сейчас буду вообще на ней ездить, грубо говоря. Сейчас поедем, поменяем винил. Да, пацаны, это легендарный винил, там, NFS, ко все дела, но я хочу поставить там другой винил. Все, пацаны, я уже приехал к ИСТО, давайте я вам покажу, где она находится, для тех, кто не знает. Пишите GPS, потом выбираете 6 пункт бизнеса, 5 пункт ИСТО, и вот 33 бизнес, Family Kirill Game, это именно мое ИСТО, поэтому, пацаны, кому нужен там тюнинг, ремонт, можете приезжать именно в мое СТО. Блин, я даже не знаю, какой поставить. Но вот этот винил прикольный, типа, знаете, такой симпатичный. Но вот этот винил тоже такой себе, конечно, типа, ну, в нем ничего такого особенно нету. Сейчас у меня стоит вот такой вот винил. В принципе, да, он прикольный, но он тоже, знаете, такой простенький. Поэтому, скорее всего, я поставлю именно вот этот винил. Ну что ж, пацаны, вот такая у нас бэха просто получилась. Такая пушка-гонка просто. Реально, красавица такая получилась. Возможно, я потом ее переделаю, но пока что она будет в таком варианте ездить. Диск, конечно, мне не особо нравится, но, возможно, потом их поменяю.
поменяю, либо оставлю, я точно не знаю. Так, пацаны, у нас как бы остались бабочки, теперь знаете, что нужно сделать? Поехать и закинуть бабки Фому и купить ламбу. Вот реально, я думаю, купить ламбу Фому. У нас сейчас есть там, по-моему, 3 миллиона почти. Ну да, 2 миллиона 900. Сейчас я продам Мерседес, получается, один, и куплю ламбу. Ламбу за 12 миллионов, пацаны. Я, как и обещал, занимаюсь Фомой, как бы я купил недавно 2 Мерседеса, хотя нам придется сейчас один из них продать. Ну, просто я не хочу Раптор продавать, не хочу М5-60 продавать, не хочу Ешку продавать, не хочу Гелики продавать. Поэтому продадим один Мерседес и купим вместо одного Мерседеса ламбу. Но ламба будет доступна, пацаны, не со второго ранга, а с третьего. Потому что ламба все-таки это уже, пацаны, ну, козырная машина, поэтому она будет доступна не всем, а будет доступна тем, у кого третий ранг, пацаны. А третий ранг можно получить, либо фамилию поменять, то есть сделать фамилию Путбуль, как у меня, либо просто 500 тысяч закинуть. Не надо там писать, пацаны, в комментариях, то, что вот ты ради денег Фому типа создал, заставляешь подписчиков кидать деньги, чтобы повысить ранг там и так далее. Я, пацаны, эти деньги не снимаю вообще. Итак, давайте сейчас положим, так, счет бизнеса, счет семьи, так, внести. Давайте положим 8 миллионов. Все, 8 миллионов я положил Фому. Так, все, пацаны, я приехал, получается, к особняку, и давайте управление транспортом, список. И вот у нас есть Мерседес, вот, целая А, и его мы можем, в принципе, продать. За 2 миллиона 100 тысяч. Сейчас у нас 12 миллионов как бы уйдет просто на ламбу, пацаны. Я думаю, никто об этом не знает, то, что я сейчас ламбу куплю. Ну, в принципе, ладно. Так, список всех машин. Вот, у нас свободный слот есть. И как бы выбрать. Далее, далее. И здесь у нас должна быть где-то Lamborghini. Вот, Lamborghini Huracan, пацаны, 12 миллионов. Опа, все, появилось, пацаны. Lamborghini Huracan за 12 миллионов рублей, пацаны. 12 миллионов рублей. И давайте сразу ее сделаем с третьего ранга, потому что, ну, чтобы вторые ранги ее не брали. Потому что, блядь, это все-таки ламба, пацаны. Вы должны это понимать. Так, управление транспорта, вот, список всех машин, Lamborghini. Так, установить ранг. С третьего ранга. С третьего ранга ее могут брать люди. Просто, пацаны, купил себе Беху и купил Фому ламбу. Я считаю, это точно заслуживает просто лайка, потому что я, как и обещал, занимаюсь Фомой. Теперь, пацаны, осталось только копить деньги на глобальное обновление и на развитие Фомы, в принципе. Все остальное я уже сделал. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите мой промокод, вступайте к нам в семью и всем пока-пока.